Улыбнитесь, мои котята, с вами Брика, и добро пожаловать в игру Wildcraft. Сегодня мы будем открывать сундуки, ваша любимая рубрика 300 сундуков под ваши комментарии. 4 минуты у меня осталось до конца трансформации, потому что сейчас я зарабатывала на сундуки именно трансформации. Во-первых, потому что когда играете за счет трансформации, у вас опыт увеличивается на персонажа. Ну, по крайней мере, я в это верю, и это действительно так. Вот, и я прокачивала, соответственно, еще львов, как вы знаете. Ну что ж, давайте сразу переходим к открытию сундуков, и я уже смотрю первый комментарий. А комментарии я буду читать только те, которые оставляли вы под видео Wildcraft. Так, Валерий Петиш пишет к моему последнему видео, и у меня очень лагает все черное. Кстати, хотела бы сказать насчет этого. Все черное у меня бывает, когда я снимаю, пыталась снимать видео на другом эмуляторе на Ноксе. Ух ты, легендарный аксессуарчик у нас на рысь выпал. Очень приятно, уже один из первых сундуков открыл нам новый легендарный аксессуар, которого у меня нет еще в гардеробе. Да, я не все легендарные аксессуары собрала, особенно в последнем обновлении, которые были, у меня далеко не все собраны. Поэтому тема открытия сундуков очень актуальна на сегодняшний день. Так, дальше смотрим. И к старым видео я тоже буду читать комментарии, которые вы оставляли недавно. Так, Ярослава Пантера пишет... Привет, я помню, что я победила один раз медведя, а второй раз нет. Ну, Ярослава, это зависит, наверное, больше от прокачки. Ух ты, действие от Wild Club, слушайте. Какое удачное открытие сундуков, только начали открывать, уже столько всего нового. Круто. Действие на крокодила. Если вы будете хорошо прокачивать персонажей, будете регулярно заходить в игру, то я думаю, что победить Мишку вам не составит труда вообще абсолютно. Ну не только Мишку, как и всех остальных боссов. Кстати, я еще планирую в будущем, наверное, в следующем видео снять, как я буду побеждать всех боссов. Правда, еще не решила, на каком животном буду играть. Если вы хотите, можете подсказать мне в комментариях. Но желательно, чтобы животные были у меня прокачаны, конечно же. На крокодилах я навряд ли. Ну хотя можно, конечно же. Но это все будет очень-очень долго. Я буду побеждать всех боссов на крокодилах, но это займет очень много времени. Я хотела бы по-быстренькому все. Вот, чтобы видео не затянулось на часик, на два, да? Так, Волкодав 104 пишет: Прика, мне сегодня выпал мистик на тигра красный. Ух ты, какая прекрасная новость. Я очень, кстати, приветствую, когда мои подписчики в комментариях делятся своими успехами, делятся своей радостью. То есть, когда вы пишете, что у вас там выпали мистики, как вы рады этому, я тоже очень рада за вас, когда читаю такие комментарии. Вот, и я рада, соответственно, за Волкодава. Кстати, у меня до сих пор нету красного мистика на тиграм. Вот, хотелось бы, конечно же, это моя мечта, но не знаю, в этом видео может быть выпадет, может быть не выпадет, подождем, посмотрим. Так, дальше листаю, я просто пролистываю другие видео и ищу именно комментарий к видео про Wildcraft. Алена Самсонова пишет: я смотрю, так, ну она просто, знаете, такой комментарий написала, просто там смеется, что она меня смотрит давно. Ну хорошо, Алена Самсонова, я прочитала твой комментарий, правда, нет, никакой смысловой нагрузки, просто такой обычный комментарий. Гюзель Хонажик спрашивает, как я получила мистик на тигра. Она пишет к видео не по открытию сундуков, а к другому видео. Я снимала это видео, как я его открыла. Вот, как я получила этого мистика. Если вы хотите посмотреть, проходите по плейлисту в описании к видео. Есть все плейлисты по этой игре. Вот, и про открытие сундуков тоже там все есть. И как я мистики все получила, там тоже есть. Вот, не ленитесь, пройдите, посмотрите. Так. Дальше, ну какие комментарии, конечно, все обычные идут, потому что, во-первых, я сейчас в последнее время очень мало снимаю видео про Wildcraft, наверное, комментарии, соответственно, тоже меньше. Так, Милана Пенькова пишет:
Когда я посмотрела твое видео, потом мне выпал вулканический мистик на лошадь. Ой, кстати, как мне нравится этот мистик. Ох, я вспоминаю те времена, когда я его получила, это было что-то, это было волшебно, это было что-то невероятное. Мне так нравился этот мистик на лошадь, он был просто великолепен. Ой, ну смотрите, как быстро пролетело время, давайте получим подарок и откроем сотый сундук. Открывайся, открывайся. Та-дам, 1000 еще монет мы заработали, удваивать не будем, откроем сотый сундук, потому что видео 300 сундуков. Так, ну что ж, пошла я зарабатывать следующие 99 тысяч монет, а встретимся с вами после паузы уже. Итак, продолжаем, прям волшебство, да, какое-то, за одну секунду появилось 99 тысяч монет. А Софи Драко мне, кстати, советует. Даю совет, если что, иди на гору возле дома, я там искала, три льва нашла. А, это гора за логовом, которая... Нет, я не понимаю, какая это гора, наверное, та гора, в которой есть логово, да? Наверное, где спавн логово, если на ту гору подняться, там есть львы, ну, знаете, надо попробовать. Ну, вообще, я, кстати, заходила за эту гору в саванне, искала львов. Ух ты, аксессуарчик на рысь. Слушайте, рыси в этот раз у нас фавориты, везет им на аксессуары, уже какой по счету аксессуар, уже второй аксессуар на рыську. Прикольненько. Саша Гасилина под вторым видео 300 сундуков под ваши комментарии пишет: Прика, у меня два мистика на орла, они выпали из трех сундуков. Вау, слушай, ух ты, еще один аксессуарчик на лошадку. Ой, как это мило, как я люблю, когда у меня пополняется гардероб, это очень приятно. И сразу легендарные глаза на рысь, ну я же говорю, на рысь сегодня будет выпадать больше всего. Фаворитка моя теперь рысь будет. Так, ну что ж, Саша, я хочу тебе сказать, и маловероятно, я не верю в такие вещи, в такие чудеса, когда из двух сундуков сразу выпадает два мистика. Ну, не знаю, мне кажется, это один из миллиарда шанс. Если вдруг у тебя такое выпало, то действительно, если ты, конечно же, пишешь правду, то это действительно большая удача, это просто невероятная удача. Вот, ну, я, знаете, так, ну, слабовато верится. Если вы верите, напишите тоже свое мнение в комментариях, может ли из трех сундуков выпасть два мистика. Ну, я имею в виду с трех сундуков подряд. Так. У меня выпал мистик на тигра красный. Настя Смирнова пишет. Да что ж такое, почему у всех мистики на тигра красный выпадают, а у меня не выпадает? Это какое-то прям, я не знаю, несправедливость какая-то, невезение какое-то. У меня красного мистика на тигра до сих пор нету, а эти мистики появились еще в новогоднее обновление. То есть это очень давно, уже, считайте, весна скоро закончится. Середина весны, а я еще до сих пор новогодних мистиков выбить не могу. Хотя регулярно, как вы видите, открываю сундуки, очень часто и очень много. Картоха пишет, мне сегодня на орла мистик выпал, а я за орла не играю. Мне неудобно за него играть, и я его не очень люблю. Ну, Картоха, ты, не знаю, ты пишешь все мои мысли, так сказать. Я тоже не люблю играть за орла, это мое самое нелюбимое животное в Wildcraft, но мне очень нравятся мистики на орла, они очень красивые. Вот, ну, птица Феникс вообще прям просто очень красивая. А бирюзовая, я даже не знаю, как ее назвать, тоже бирюзовый мистик на орла, тоже очень красивый. Бирюзовый Феникс, так скажем, да? Одежда на Wild Club. Ух ты, еще один аксессуарчик. Что-то у меня одинаковые аксессуарчики выпадают на всех зверей. А в этот раз этот аксессуар выпал на мишку. Я же заикаться стала, потому что действительно одинаковые аксессуары, это немного странно, я даже не знаю, как реагировать. Итак, у нас последний сундук, смотрим рекламу. Та-да-дам, и у нас ничего не выпало, к сожалению. Ну что ж, заработал еще 99 тысяч монет. Поехали открывать третью сотню сундуков. Будем надеяться уже на что-то серьезное, не только аксессуары здесь выпадают. Здесь должны выпадать еще и скины, как бы. Ну, что-то не ведет мне на скины. Ладно, листаем дальше комментарии. Анастасия Жук спрашивает. Кошечка Прика, скажи, как ты столько кристаллов и орехов набрала? Скажи, у меня только 2 кристаллика и 0 орешков. Кристаллики, это ты имеешь в виду гемы?
Ух ты, глазки такие симпатичные на тигра, очень люблю эти глаза, вообще просто обожаю, очень классные, красивые глаза, и я очень рада, что они мне выпали на тигра. Если ты имеешь в виду вот эти гемы, то их можно купить за донат, их можно получать за подписку, но опять же за донат, или же их можно получать еще за достижение. То есть выполняете достижение, заходите во вкладочку достижения и забираете просто как приз эти кристаллики изумруды. Вот, если ты про них, конечно же, спрашивала. А орехи можно получить за дубликаты в сундуках. То есть нужно будет постоянно. Вот видишь, у меня дубликат плюс 3 ореха, дубликат плюс 4 ореха. То есть, ух ты, глаза еще на лисичку такие симпатичные, тоже красивые. Ну, одинаковые глаза на лисичку. Как и на риску, как и на тигра, так и на лисичку, как на мишку, так и на всех остальных. Вот. То есть орешки зарабатывать здесь очень легко, просто тебе нужно набрать определенное количество дубликатов, ну, уже вещей, да, чтобы у тебя выпадали дубликаты. Вот и все. Выпадают дубликаты, выпадают орешки. О, одежда легендарная на рыську. Этой одежды у меня не было, разве? Интересно. Интересно, интересно, что-то новенькое в гардеробе рыськи. Надо будет потом заглянуть, все примерить и все посмотреть. Айгуль Фановна пишет, а козы самые редкие животные на ферме. Коровы, они не редкие, они всегда появляются, а козы нет. Да, с козами я, конечно же, натерпелась. Ух, если у меня квест еще раз выпадет на коз, я принципиально не буду выполнять. Ну, реально, это вообще, с козами это, конечно, что-то с чем-то. Ух ты, опять легендарные глазки уже зеленого цвета на крокодилы. Крокодил зеленый, глаза зеленые, конечно же, все логично. Все классно. Так, Playful... Линкс, не знаю, как прочитать, если неправильно, то извини, пожалуйста. У меня красный мист на тигра есть. Ну все, понеслась. Все теперь пишут, что у них есть красные мисты, да? Потому что у меня нету. Вы пишете, что они у вас есть. Как мне обидно, мне тоже хочется красный мист. Так, Саша Гасилина, я уже, по-моему, читала твои комментарии, ты часто очень пишешь, да? У меня был один сундук, из него выпал мистик на орла оранжевый. Отлично. Так, по-моему, уже сундуки у нас заканчиваются. Да, смотрим рекламу. И тогда, да, конечно же, у нас ничего не вышло. Ой, то есть не выпало. Ну что ж, вот такое видео получилось, надеюсь, вам понравилось, обязательно комментируйте, пишите как можно больше комментариев, чтобы попасть уже в следующий ролик, следующее открытие сундуков под ваши комментарии, возможно, я буду снимать видео охота под ваши комментарии или еще что-то под ваши комментарии, то есть такие видео будут однозначно, поэтому обязательно комментируйте, ставьте лайки, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Wildcraft, а с вами была Кошечка Прика, и увидимся в новых роликах. I'm gonna go